Владимир Федорович Акименко. Родился 22 декабря 1924 года. Участвовал в освобождении Кубани и Кавказа. Награжден медалями за свободу Кавказа, за победу над Германией, знаком 65 лет освобождения Кубани, юбилейными медалями. Проживает в поселке Черноморском в любви и согласии с женой. Уважаемый Владимир Федорович, разрешите поздравить вас с Днем Победы. Мир и дружба всем нужны. Мир важнее всего на свете, на земле, где нет войны. Ночью спят спокойно дети, там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех ребят, нужен мир на всей планете.